Конечно, наверное, все-таки сейчас не лучшее время года, да, чтобы увидеть всю красоту, которая создана в вашем ТСЖ. Летом 2012 года впервые услышала о ТСЖ. Ступеньки у нас были с огромными выбоинами, ямами. Перила шатались, были сломаны, поэтому из средств на капитальный ремонт дома мы сделали ступени во всех подъездах. Здесь у нас тротуар. Раньше были огромные ямы, по которым пройти невозможно было. Пятый подъезд был уже разрушенный, наполовину сгнивший, с разбитым шифером вход в подъезд. Теперь мы в этом году уже установили новый, хороший, непротекающий, с отливом. Жители очень довольны. Отмостки не было вообще. Росла трава, деревья и земля. Цоколь тоже был в ужасном состоянии. Расходовать деньги на отмостку, которая продержится, как, например, в соседнем доме сделали отмостку без поребриков, считаю нецелесообразным. Поэтому мы вложили денег больше, но сделали нашу отмостку уже не на один, не на два года, а на десятилетие. Межпанельные швы были разрушены, вздутие, вся штукатурка высыпалась. Просто входил свободно кулак. Межпанельные швы сделали за счет средств капитального ремонта. В настоящий момент мы полностью отремонтировали отопление, водоснабжение и канализацию. То есть если у нас до того, как мы ушли из управляющей компании, износ дома был 45%, в настоящее время у нас износ дома 19%, благодаря всем работам, которые мы выполнили всего за 3 года существования ТСЖ.